Незвычайная теплая зима сэкономила на отоплении будинков предприятия и жилевого фонда. У Могилевэнерго подлечили в отпуск тепла по региону в 2019 году был на 8% меньше в сравнении с 2018 годом. А летошним снежним, например, предприятие отпустило тепла маль на 15% меньше, чем за такий же период 2018 года. Службы отреагировали на изменения в природе поменьшением тепла у офисах и домах. Например, у жилевом фонде Могилева, Бобруйска, Костюкович и Осипович, які обслуговує Могилевэнерго, тепла отпустили на 12% меней. Подводить выники этого сезона покуль рано, все ж полтора месяца календарной зимы еще напереди.